Привет, меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить амнезию. Остановились мы на том, что шваркнулись на этом долбанном лифте вниз. И таким образом покинули единственную локацию в игре, которая мне нравилась. Но, конечно, под конец она опять превратилась в какое-то непотребство. Заросла этим мясным фаршем. Так. И давайте смотреть, осматриваться, куда же мы попали. Идем нам сюда. Что это было? Прости, я должен был предупредить тебя. Как барон, я отвечаю за содержание преступников в тюрьме. У вас так настоящие темницы? Конечно. Пойдем, не стой на месте. Так, и мы, судя по всему, попали в какую-то тюрьму. В какое-то узилище. Это не радует, честно говоря, потому что, насколько я могу сказать по этой игре, здесь ничего хорошего в принципе ждать не может, аж в тюрьме-то и подавно. Так, здесь у нас небольшой завал, который мы аккуратненько раскидаем. Конечно, эти балки довольно-таки тяжелые и так просто не поддаются, но я думаю, этого и не нужно, мы их просто перепрыгнем. Так, все, проход вроде бы свободен. И что? Охереть, вот этого только не хватало. Мы попадаем в какую-то локацию, где темно, как... Ой. 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 Пошел нахер. Ни хрена не видно. Я не хочу туда идти. Какого хрена там произошло? Так, давайте маленько таракану в голове разгоним. Чего у меня там? У меня кровь пульсирует, руки трясутся. Ах, подождем маленько, пока все успокоится. Так, ну и ладно, давайте двигаться дальше. Че ж мы? Че ж я не мужик, что ли? Так и будем на жопе сидеть ровно. Так, что у нас? Какой-то... Какой-то коридор. Давайте сначала сюда сходим. О, бля. Тихо, тихо. Тихо нахер. Чё это такое было? Чё это такое было? Крысы бегают. Охренеть. Крыс только не хватало. Так, ну вроде пока все спокойно. Этих... Я даже не знаю, как их называть. Этих чудищ тут нету. Так, ну я думал тут проход, а тут просто дверь вынес кто-то. Ладно. Будем знать, в этом коридоре нас ничего не ждет. О, блин, там дневной свет. На улице уже день, а мы тут в темноте ныкаемся. Так, что у нас здесь? Какая-то свечка. Камеры все такое ощущение, что... Опа. Молоток. Молоток это... Ой, ой. 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 Ой, 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 не надо. Тихо, не надо, спокойно. Блин. Не заходи сюда. Кто бы ты ни был, я не хочу тебя видеть. Не хочу, не хочу, я прижмусь к стене. Уйди, скотина, уйди. Все, кажется, ушел. Блин, с физикой в игре, конечно, полный порядок. С физикой и с графикой. А вот с геймплеем большие проблемы. Люди, которые играют в эту игру... становятся дураками. Это я вам точно говорю.
кто где шевелится. Масло. Масло нам пригодится. Хорошо. Так, что тут еще есть? Но, видимо, ничего. Ладненько. Кирпич. Мне, кстати, говорили, что этих страшных монстров, хотя в целом оружия в игре нет, можно тяжелым предметом в них кинуть. И это их некоторым образом замедлит. Так что имейте в виду, если кто проходит, это так, что у нас тут, дверь закрыта, что ли? Ой. Так, секунду, мне звонили. Ну ладно, хоть отвлекся от этого кошмара. Так, и что у нас здесь? Чего я испугался? В инвентаре у нас молоток, дрель, иголка. Так, давайте молотком попробуем шарахнем по этой двери, что ли. Чё? Там что, кто-то есть, что ли? Блин. Многие мне скажут, что я топчусь на месте, но, блин, идите в жопу. Сами попробуйте поиграть. Так, ладно, надо уходить отсюда. Надо уходить, кибрине фене. Так, что у нас остается? Давайте-ка мы вернемся назад. Что у нас здесь вообще? Тюремный блок. Да, как я и говорил. Придем маленько в себя. Под этим фонариком. Под факелом. В свете факела у нас, конечно, рассудок маленько должен нормализоваться. Так, эти камни нельзя раскидать случаем? Нет, к сожалению, нельзя. Ладно, и пойдемте наверх тогда, что ли. Так, масло давайте заправим. О, блядь. Тихо нахер. Тихо. Тихо, не надо ничего. Ничего не надо, ребят. Блин, нет, это жопа какая-то. Какая-то жопа. Что, у меня в голове уже опилки, небось? Да нет пока. Блин, кто там ходил вообще? Ну, я слышал, как он погнался за мной. Хорошо, что мне добрые люди подсказали, что тут на кнопку Shift можно убегать, не просто ходить. То есть, блин, мышка, ты меня дураком сделаешь. А натурально бегать. Фу, блин, а. Маленько прийти в себя. Фу, блин, как тут играть? Это же невозможно. Тут просто обосрач постоянный. Да харе. Так, а чё, как мне? Мне наверх надо. Как я туда попаду? Блин. Блин.
Тихо, тихо, спокойно, не надо. Настойка опиума. Мне там ничего не требуется, мелкие порезы, конечно, но, блин, пока пойдет. Фу, блин, какое стрёмное место. Оно не такое истерично стрёмное, как предыдущая локация, где я там визжал, бегал от этого чудища. Оно просто неприятное. Что у нас здесь? У-у-у! Твою мать, блять. Так, прочный замок. Да ну нахер. Он прочный. Бля. Блин, чё фонарь не сгорает? Посидим, отдохнем. Я не могу. Это мне надо отдохнуть, не ему, а мне. Мне просто надо успокоиться, собраться с мыслями. Какое стрёмное место. Там что у нас? Темень. Чё, вот вас только не хватало. Блин, мама, эти воспоминания меня... Я не хочу уходить без тебя. Беги, дитя мое. Ты должна бежать. Найди провожатого Габриэля. Пусть вызовет людей короля. Нет, мы убежим вместе. Пожалуйста, у меня нет времени расширить дыру. Но... Кто-то идет. Торопись. Я прикрою дыру кроватью. Все будет хорошо. Я обещаю. Какую дыру? Блин, я забыл выключить это. Да. Откуда звуки? Раз слишком мало. Ну-ка, молоток пригодится, нет? Ага, надо еще что-то найти. Как обычно. Так, как тут у нас читать-то? В одной из камер дыра в полу, но она слишком мала для человека. Найдите инструмент, чтобы расширить дыру в полу камеры. Понятно, будем иметь в виду. Так, ну блин, что же делать дальше-то? О, блядь! Тихо! Тихо, тихо, тихо! Дверь закрылась, нет? Тихо! Тихо, уходи! Уходи, скотина! Уходи, мразь, уходи! Нахер я сюда зашел? Он там что-то лежит. Блин, там масло лежит. Так, надо опиум принять, а то я точно сейчас буду. А нет, пока нормально. Кровь пульсирует, это уже нормально. Блин, ну сгинь нечистая, сгинь. Нахер, скотина. Так, масло. Да хватит уже, блин, реветь, а? Давай, музыка, прекращай играть.
Фу, блин, это было страшно. Это было. Это там кто-то стоит или... Или это мне кажется? Че, братень, плохо все, да? Да, все плохо, давай. Прими маленько. Так, вернемся-ка в ту комнату, маленько под этот... подлечим рассудок. Открывай, блин, открывай. Я не хочу тут находиться. Давай, посиди, посмотри на огонек. Приди в себя, братень. А то совсем что-то плохо стало. Фу, блин, а как мне найти? Что там еще надо-то? Для этой дыры. Я надеюсь, не очень далеко идти, потому что это просто какой-то обосрач уже. Фу, конечно, не такой страшный, как предыдущая локация, но, блин, но все равно это же... Так, давайте откроем дверь. На случай, если надо будет резко убегать. Так, оттуда я пришел. Закрыто на замок. Очень слабо проржавел. Нужно что-то еще. Сверлом не хочешь? Нет, не хочет. Так. Где она? Куда она делась? Не скажу. Ничего не скажу. Ты только все усложняешь. Послушай. Маленькой девочке здесь не место. Она может попасть в беду. Кто знает, какие ужасы скрываются там, внизу. Да, непонятно, что тут произошло. И что мы вообще тут забыли. О, это что там лежит такое? Да, лото! Отлично. Так. Ага. Так, а к вам нельзя еще это? Это нет. И это нет. Понятно, но это довольно-таки неплохой инструмент у меня теперь. Я даже знаю, куда он мне пригодится. Что у нас здесь? Здесь у нас масло. И все, что ли? И чей-то череп. Ладно, не будем. Не будем трогать череп. Так, все, мне осталось дойти по прямой. Вон до той двери. Давай, братим, давай, 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 давай. Так, я все правильно понял. Да, отлично. Хорошо. Да, это было довольно-таки страшно. Не сказать, что это было больно сложно, но тут даже не столько страшно, как в предыдущих моментах. Здесь просто было очень напряженно. Натурально, блин.
поджав губы, играешь, не моргая, затаив дыхание. Это довольно-таки... Блин, куда я попал? Это же вообще что-то какая-то жопа, я не пойму, это что такое? Так, что у нас по маслу? По маслу пока прекрасно. Так, налево или направо? Давайте налево. Ага, неправильно. Давайте тогда направо. Что нам еще остается-то? Ага, понятно. Я, конечно, может, не очень умно поступаю, отрезая все пути к отступлению. Хотя нет, в принципе, нормально. Блин, а тут... И тут такие же коридоры, темные. Так. Понятно, давайте сначала сюда. Кстати говоря, я не уверен, а смогут ли эти монстры проползти в эту дыру. В эту дыру. Дыру. Если что, надо будет сюда щемить, прятаться, возможно. Так, видимо, что-то надо сделать с этими замками, я не знаю. Блин, давайте попробуем долотом их, долбанем. Никак не повлияло. Давайте попробуем поковыряться. Тоже нет. Ладно, понятно. Бессмысленно. Что же за этой дверью?